Держит строй кильватерной колонии кораблей 21 века фрегат «Адмирал Григорович», которым командует капитан второго ранга Анатолий Величко. Корабль носит имя Ивана Константиновича Григоровича, адмирала, морского министра, положившего начало восстановлению русского флота после русско-японской войны. Новейший фрегат «Адмирал Григорович» в канун Дня России под радостное ликование жителей Севастополя впервые зашел в родную базу после межфлотского перехода и успешного выполнения задач боевой службы в Средиземном море, что стало значимым событием в жизни флота и города, которого мы ждали долгих 35 лет. Ведь последний раз Черноморский флот пополнялся новым кораблем такого класса в далеком 1981 году. «Адмирал Григорович» не просто универсальный боевой корабль, но один из символов возрождения отечественного судостроения. Он оснащен современным ракетным комплексом «Калибр НК» с высокоточной крылатой ракетой, многоканальным зенитным ракетным комплексом «Штиль», зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Палаш», артиллерийскими установками А-190 калибра 100 мм и АК-630, реактивными бомбометными установками и торпедным оружием. Высокая степень автоматизации новейшего фрегата обеспечивается боевой информационной управляющей системой, одной из самых высокопроизводительных в мире. Водоизмещение фрегата составляет 4000 тонн, скорость хода достигает 30 узлов, автономность плавания 30 суток. Черноморский флот получит 6 кораблей этого проекта. Пополнение Черноморского флота современными кораблями является реальным воплощением государственной политики по укреплению боевого потенциала наших вооруженных сил.